Привет, вы на канале Рисован, а меня зовут? Да всем насрать! Ой, да это пока всем все равно. На самом деле меня зовут Иван. И судя по моим вставшим соскам, сегодня речь пойдет о супергероях. Наконец-то. Что ж, мои маленькие друзья, сегодня за основу мы возьмем два супергероя. Итого у нас получится один супергерой в квадрате. Сейчас я все объясню, как это произойдет. Итак, маменькины сынки, у нас с вами есть черный плащ. Вот он, этот скетч и рисунок. Если хотите туториал по нему, пишите об этом в комментариях. Черный плащ! Также у нас есть другой супергерой. Это Iron Man, или на русский язык Железный Человек. Естественно, вы задаетесь вопросом, что же между ними общего? А я сейчас объясню. И тот, и другой персонаж справляются с преступностью и злодеями с помощью технического превосходства. Итак, в этом видео я попробую объединить в одном скетче два прекрасных этих супергероя. Итого у нас должен с вами получиться Iron Duck, или Железная Утка. Сам процесс будет очень простым. Мы возьмем скетч черного плаща, положим сверху на него простой белый, белоснежный лист бумаги и обведем. А потом на этот скетч мы будем добавлять элементы от Iron Man или от Железного Человека. Вот что мы будем с вами делать. Следи внимательно за процессом, ведь этот процесс увлекателен. Почему эти супергерои мне так близки? Даже понятия не имею! Мои маленькие друзья, ну почему же именно эти супергерои? Да потому что именно они воспользовались техническим прогрессом так, как надо, в борьбе с преступностью. Ну а что касается тех супергероев, которые съедают таблетки, так вот, я не знаю таких таблеток, которые придают супергеройских сил. Я знаю таблетки, которые вызывают понос. Единственное, что они могут придать, так это ускорение вам, если вы находитесь где-то в центре метро. Что ж, наш маленький Iron Duck готов. Мне очень нравится этот скетч. Я получил колоссальное удовольствие от процесса. Надеюсь, и ты тоже. Ага. Пупсик, если у тебя есть еще какие-то идеи по поводу скетчивания персонажа, пиши об этом в комментариях, и я обязательно это сделаю.
подпишись на мой канал, поставь лайк под этим видео, не забудь оставить комментарий, хотя бы одну буковку. Ну и увидимся в следующих видео. Пока!